У меня похоже, что астрологи объявили неделю Тойоты, потому что я уже второй раз за неделю в салоне Тойота. Но на этот раз не покупать машину брату, а сдавать Хайлакс на ТО. Вон он стоит, красавчик. Его ждет путешествие в Сочи. Пробег уже как раз второе ТО, 20 тысяч километров. И я вот сейчас приехал, жду, пока консультант мой освободится. Гуляю тут. Смотрю. Смотрю Хайлендер. Я же на нем ездил тогда в Рязань с Аркашей. С Аркашей, с Юлькой, с Арсюхой, с Наташей, с Лерой. Мы вот шестером ездили. И нам так было кайфово, потому что Хайлендер, он семиместный. Я вот думаю попросить его на новогодние праздники в представительстве. Для того, чтобы куда-нибудь тоже может съездить. Какой-то компании большой. Он такой суперкомфортный. Очень такой как раз для гранд-туризма. Гуляю, изучаю. А вы чего в воскресенье? Какие планы? Ой, не-не, я случайно спросил, пожалуйста, нет, это риторический вопрос. Просто нужно не отвечать. Так, любители сторис. Может показаться, что сегодня у меня был очень простой день. Он в целом был несложный, но были раздражающие факторы в нем. Я под конец дня был в жутком настроении, я сейчас в нем продолжаю находиться. И забрав машину с ТО, меня сегодня очень многие начинают раздражать. И когда я в плохом настроении, короче, не хочу сейчас вам об этом... Я подумал, что, наверное, только вкусный ужин меня сможет подуспокоить чуть-чуть. И вспомнил, что я ходил в Алма-Ате в суши с ребятами. Они меня покормили, угостили сушами. Я их поел. И понял, что, короче, я-то все уже испорченный. Я испорченный уже ниндзя-сушами. Как бы это ни звучало банально, но, черт возьми, это правда. И вот эти просто прекрасные творения, они сильно вкуснее, чем все, что я ел до этого, и все, что ем, кроме них. Поэтому я понял, что я сегодня закажу ниндзя-суши. И пускай это не очень диетически, зато, наверное, меня это взбодрит. Поэтому, пацаны, Антоха, Тёма, еще один Антоха. Все, что я вам говорил, это правда. Я вас обязательно угощу, когда вы окажетесь здесь. И вот потом побеседуем. А пока, простите меня, все, кто голодный, простите, но как... Принято у нас с Максом Миллером есть ниндзя-суши, да, это целый ритуал. И отправляется тунечек, отправляется в соевый соус и в топочку отправляется.